Уважаемый Александр Григорьевич, сегодня вы посещаете наш любимый город. Знаю, что вы служили в Бресте. Помните тот маленький, поэтому, провинциальный... Поэтому это и мой любимый город. Наш любимый город. Что, по-вашему, изменилось с тех пор? Очень интересно узнать это именно от вас, как от главы государства. Это город был только в центре и отдельные точки. Мне, конечно, было стыдно и жаль, ведь у нас красавцы Гомель, Минск, центральные города, Витебск, Славянский базар всегда проходит, Полоцк у нас хороший город, маленький городок Туров, исторические места, мы их подтягивали, много сделали на селе, городки, районные центры, поселки городского типа, все надо было поднимать, развивать. Но самое неприятное, Брест и Могилев отстали больше всего. И вот я Анатолию Лисову сказал, что вот надо воспользоваться тысячелетием, и мы поможем. И надо решить главные вопросы Бреста, вычистить его, чтобы он был красивым, современным. Это же лицо. Первые метры земли человек с запада приезжающий, он смотрит на Брест. Конечно, вы сделали очень много. Я сверху это вижу. Много раз облетал, когда вы строили, чистили город, и сейчас. Я вижу, что вы его вычистили, привели в порядок. Вы для людей очень много сделали здесь. Молодцы. Он изменился, он стал, Брест стал современным. Совсем другой город.